Человек, чей комментарий первым продержится 2 часа без лайка, получит от меня $15. Результат объявлю у себя в телеграм-канале, ссылочка в описании. Всем привет, меня зовут Ксения, и в этом видео я хочу с вами поговорить о том, сколько я зарабатываю на бинарных опционах, сколько вы можете зарабатывать и так далее и тому подобное. Я сейчас открою просто какую-нибудь одну сделочку и буду вам это все рассказывать. Поэтому досматривайте это видео до конца, чтобы у вас не было каких-то ложных надежд про БО. Я хочу вам рассказать действительно правду, мало трейдеров об этом говорят, точнее, я вообще не видела никого, чтобы об этом говорили, все про это молчат. Я хочу быть с вами максимально откровенно, поэтому слушайте, что я вам скажу. Но перед этим я хочу вам сказать, что сейчас в моей команде предоставляется возможность торговать по сигналам безрисково. Что это значит? Вы вступаете ко мне в команду, мало того, что получаете бесплатное обучение, мини-курс, прям конкретная стратегия, как зарабатывать на БО, вы получаете бота, который выдает показания технических индикаторов, вы получаете 2 торговых сессии, конкретнее сигналы, 2 раза в день в 14.00 и 18.30 по Москве, и если вы, соблюдая правила, сливаете свой депозит в ноль по этим сигналам, я вам просто возвращаю этот депозит. И помимо этого, я вам предоставляю еще возможность получить от меня до $10 000 на ваш депозит, а вы потом с этого депозита будете просто отдавать мне 30%, ну, с прибыли, которая будет у вас с этого депозита. Если вас это заинтересовало, рекомендую перейти в бота по ссылочке в описании, там есть информация, как получить деньги, как вступить и так далее. Но количество мест ограничено именно вот под эту акцию, где я при сливе возвращаю депозит, поэтому рекомендую поторопиться. Так, ну что, давайте откроем какую-нибудь сделку на $197. Минуточек на 7 вниз. Здесь у нас рынок OTC рисованный, но тем не менее, я открываю сделку на понижение, на продолжение вот этого вот движения, потому что, по моему мнению, цена сейчас будет стремиться к нижнему горизонтальному уровню поддержки. У нас здесь есть только 2 касания. Как вы знаете, если было 2, то будет 3. Именно поэтому я открываю сюда. Далее вот здесь уже будет верняковая ситуация, если не брать OTC, то есть если это был бы обычный рынок, то вот здесь прям верничок-верничок будет. Вот, но сейчас посмотрим. В общем, что по поводу заработка БО? Я вам скажу так, что если бы я зарабатывала только с бинарных опционов, я бы уже от депрессии где-то сдохла, по той причине, что это достаточно непостоянный доход. У меня может быть в день плюс $10 000, в следующий день может быть минус $20 000. Вы физически не можете видеть все мои торговые сессии, все мои истории сделок и так далее. Да, я в плюсе. Я показывала, у меня в шорцах где-то висит видосик, где я прям показывала, сколько у меня за все время заработано, просто даже на этом брокере, не беря в учет там бинома, бинариум и так далее. И что тут на самом деле происходит? Вы натыкаетесь. О, прикольно, бинарные опционы, можно поднять бабла, кнопка бабло, будем в шоколаде кататься на яхтах, летать на своих самолетах и так далее. Ага, поверил. Вы смотрите, как очередной трейдер, там, даже я там закинула $197 на 5 минут, у меня зашла сделка, я заработала там $150 сверху, нифига себе за 5 минут $150. Мало того, что для того, чтобы зарабатывать какие-то такие большие суммы, надо еще дойти до этого оборота. То есть надо нарастить депозит, надо не вкидывать, не брать кредиты и закидывать там $10 000, а надо, ну не знаю, самое оптимальное, вообще у меня самый классный доход был, когда я закидывала $1000. То есть вот первые хорошие цифры у меня пошли из депозитов $1000. Торговать можно начать и со $120, там, условно из 10 попытаться разогнаться и нарастить обороты, нарастить. То есть у вас не будет сразу такого дохода, и вообще не факт, что он у вас будет, потому что на БО зарабатывают не более 5% людей. И получается так, что вы посмотрели, как я за 5 минут заработала там $150, там $1500, но при этом я открыла вечером ноутбук, не для видоса, там, не для трансляции, я ставила, например, $300, понимаете, да? И поэтому статистика у меня лично, с моим стилем торговли, с моей агрессией такой, вот этой чеканутостью, у меня получается отбивать вот эти минусы, но я еще немножко фартовая. Если вы хотите зарабатывать на бинарных опционах и задаетесь вопросом, сколько, то исходите из размера вашего депозита. То есть у меня, честно я вам скажу, бывает месяц, я прям не могу выйти в плюс, потом там одним днем могу отбить там большую часть минуса или там выйти в плюс и так далее. Да, бывает. Но в целом я себе не ставлю сейчас цели по заработку на БО. Я сейчас торгую на БО, чтобы обеспечивать себе покер. А покер это очень дорого, как оказалось. И помимо этого, помимо того, что я так рискую, просто условная ситуация. Я там снимаю видео, захожу в all-in на $1000 здесь. У меня сделочка заходит в минус. При этом у меня как бы минус $1000, но я выкладываю видос на YouTube и подстраховываю себя тем, что так, сейчас люди посмотрят мой видос,
этот трафик, трафик я монетизирую через рефералку, там, через инфобизнес и так далее. То есть я себя страхую. И когда вы ставите себе конкретную цифру, сколько вы хотите зарабатывать на БО, вы подумайте, есть ли у вас страховка. Ну, то есть, чем вы подстрахованы, каким доходом. Я не рекомендую ставить все на БО. Да, здесь можно зарабатывать очень много. Здесь можно зарабатывать те цифры, которые многие из вас в жизни не видели. Но не у всех это получится. Хочу добавить здесь тот момент, что чтобы зарабатывать на БО, надо действовать по стратегии. У вас должна быть конкретная стратегия, конкретный алгоритм действий. Кстати, у меня в команде этот алгоритм действий есть, если что. Ссылочка в описании. И если вы действуете по стратегии, при этом умеете себя держать в руках, то да, вы будете зарабатывать. С депозитом в $1000, ну, спокойно в месяц удваивать вы его можете, если вы действуете по стратегии. Если вы просто решили от балды там зайти и поиграть в казино, то нафиг оно вам не надо. Это не рулетка. А что, две кнопки? 50% вероятность, что пойдет туда, 50% вероятность, что пойдет туда. Прикол в том, что вот эти 50% вы как раз-таки их и увеличиваете в свою сторону, если грамотно подходите к торговле. Так. У нас здесь произошел разворот от промежуточного уровня поддержки. Но понаблюдаем. Ну вот, например, у меня сейчас через минуту будет минус $197. Да, вы это увидите, да, я это выложу. Возможно, сейчас дальше продолжу торговать, возможно, выключу камеру, просто там, ну, отобью, так скажем, по Мартину. Вы же не видите всех моих торговых сессий. И я никогда не назову вам точную цифру, сколько я там в тот или иной день, в ту или иную неделю, так скажем, заработала или слила. Хотя здесь я соврала, я уже тысячу раз вам называла цифры, сколько я заработала или слила. Кстати, очень много цифр называю себя в телеграм-канале. Можете тоже по ссылочке в описании переходить. И на вопрос конкретно отвечу. Сколько можно зарабатывать на бинарных опционах? Овер до хрена. Зарабатывать здесь можно миллионы. Но добавлю немножечко по скрипту. Слить здесь можно еще больше, чем заработать. Иронично. На бинарных опционах можно оставить вообще все. Можно чуть ли не жизнь оставить. Поэтому я рекомендую вам осмысленно подходить к данному вопросу. Вот, потому что если вы будете, как я, вот так вот играться, то рано или поздно вы потеряете там все. Так, что вам еще-то рассказать такого? Я на Кипре вот, приехала в покер поиграть. Ну, отдохнуть, поработать и поиграть, прикольно. Об этом я тоже у себя делюсь в телеграм-канале. Давайте просто дождемся, пока закончатся сделочки. И все. А вообще, я прям рада, что когда-то я вот пришла к БО. Да, это было тяжело психологически, морально. Да, я там голодала от того, что... Ну, просто не на что кушать было, я вам серьезно говорю. И что вот тогда я смогла это перебороть, я безумно рада и счастлива, потому что именно то упорство тогда дало вот счастье сейчас. То есть сейчас я понимаю, что я сижу в другой стране. В принципе, у меня поездка минимум, скорее всего, будет в ноль. Вместе там с БО, так, и с покером. И я такой кайф от этого испытываю. И да, каждая сделка, когда я открываю, она, знаете, просто добавляет седых волос, нервов, и сейчас, может быть, очень часто даже не видно каких-то моих эмоций, но, опять же, покер это прокачивает. Но это такие эмоциональные качели. Я понимаю, что многие из вас, скорее всего, испытывают такие же эмоции, там, как я вот на этих сделках. Предположим, у вас бы не $197 стояло, там, а $1. И мы с вами испытываем одинаковые эмоции. Но тут каждый сам решает, нужны ли ему такие эмоции. Потому что я в какой-то момент пару лет назад поняла, что все, ну я седаю, что я из-за этого нервничаю. Но все равно вернулась, так скажем, к истокам. Так, пока микродвижение мне нравится. Ну, OTC, блин. Ну, казино. Все, тут даже нечего говорить. А кто-то вообще не верит в заработок в интернете. Кто-то сейчас, я не знаю, пьет пиво с пацанами, ничего при этом из себя не представляет, живет там на 15 тысяч рублей в месяц и считает себя крутым. Кто-то очень много усилий прилагает, ходит на работу, там, на завод, кто-то работает врачом и так далее, и при этом получает копейки. А кто-то сидит и нажимает 5 кнопок на компьютере, и при этом может себе позволить ту жизнь, которую не могут 80% населения России. Вот. Но я не скажу, что я там овербогатая и так далее, но мне кажется, что уровень моей жизни явно выше среднего, вот так. Фух. Все. На сегодня.
я закрываю площадочку, завтра, скорее всего, тоже не буду торговать. Хотя завтра, может, сделок 5 совершу. В общем, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока-пока.